Бронислав, добро пожаловать в Санкт-Петербург, добро пожаловать в «Зенит». Расскажите о ваших первых впечатлениях. Спасибо. Я могу сказать, что я очень доволен, что пришел такой большой клуб, как «Зенит», и надеюсь, что у нас всех вместе будет успех. А когда вы впервые узнали об интересе «Зенита» и что вы почувствовали в тот момент? Первый момент я по-честному могу сказать, что не думал много, когда предложение было. У меня было очень большое желание, чтобы я вернулся в Россию, чтобы я играл здесь, я мотивирован. Я думаю, что я могу еще играть долго на большом уровне. И я могу сказать, что серьезно, я очень доволен. У вас большой опыт игры как на правом фланге обороны, так и в центре защиты. На какой позиции вам комфортнее выступать? Ну, я доволен, когда играю. Я доволен на позиции центрального защитника, на позиции правого защитника. Наверное, это вопрос для тренера. Я могу сказать, что я доволен, и я могу ответить на и на одной, и на другой позиции. В большинстве своих команд вы выступали под вторым номером. В «Зените» этот номер занят. Думали ли вы о том, какой игровой номер выберете в новой команде? Не, серьезно, я думаю, что номер не играет. Я думаю про это, что надо привыкаться быстро на новую команду, что у нас не будет много времени, чтобы приходят важные игры. Я должен себя физически приготовить, а про номера у этого момента не важно. А последний вопрос. Любите ли вы баскетбол и знаете ли вы о том, что в баскетбольной команде «Зенит» играет разыгрывающий сборной Сербии Стефан Маркович? Да, я знаю это, и я смотрю, я люблю вообще баскетбол, и надеюсь, я знаю, что здесь команда, которая сейчас играет на лучшем уровне, и что они будут еще лучше, и надеюсь успеха им, как и нам. Большое спасибо. Еще раз добро пожаловать в «Зенит».